Чичек Ханым пригласила нас завтра на чай, Фюсун. У нее дочка замуж вышла, а мы их так и не поздравили. Очень стыдно. Нет, мама, я завтра занята. Занята? Угу. Но, доченька, она ведь нас за неделю предупредила. Ты что, забыла, сколько она тебя навещала, когда ты болела? Букет не хватает кое-чего для рисования. Учитель хочет, чтобы непременно завтра купили. Ты в другой день не можешь купить? Что за срочность? Нет, нельзя. Сказали непременно купить, чтобы она занималась дома. Ладно, тогда можем вместе выйти. Сходим за покупками, а потом поедем к Чичек Ханым. Мама, не тащите меня, прошу вас. Я им потом позвоню. Тебе виднее, но очень стыдно будет. Стол накрыт, на Деде Ханым, прошу. Бурджу, идем. Давайте, ладно, все пошли за стол. Девочки, вы руки помыли? Да, да. Бурханбей, ужин готов. Ешьте сами, я не голоден. Заболел? Нормально все. Устал немного. Давай я тебе хоть супу принесу. Спасибо, не хочу. Когда будешь уходить, выключи свет. Тебя что-то печалит? Я же сказал, что просто устал. Могу полежать немного.